Всем привет и добро пожаловать на канал Тактика Победы. Продолжаем строить свою колонию на планете, очень похожей на Марс. Так, тут мы в прошлой серии так вот немножечко расстроили базу, продали, как всегда, жратвы. И я не знаю, наверное, в этой серии тоже что-нибудь либо продадим, либо улучшим, либо достроим. Так вот. Я бы еще одну банку, конечно, с электроэнергией построил, потому что электроэнергия здесь очень сильно кончается. Но мне надо очень много железа для начала. Оно послужит таким возможностью для будущего строительства. Так, мы тут строим потихонечку роботов. И здесь не хватает нам биопластика, да? Чтобы построить еще одного носильщика. Хорошо. Дождемся, когда наши рабочие закончат. Так, я смотрю, рабочих очень сильно не хватает, поэтому, наверное, все-таки стоит их пригласить. 6 рабочих, думаю, еще парочку обязательно мы сейчас пригласим. Так, воркер. Давайте поставим 100%, чтобы точно прилетели только рабочие. Большую пока не буду открывать, пусть по двое прилетают, потому что если толпа, это вообще атас. Мне много не надо для начала. Так, что это вы тут не справляетесь? Я вам сейчас понастрою строителей, роботов-носильщиков. Должны тогда будут успевать. Бар, что ли, рядом построить? Вот здесь бар построить, чтобы поменьше или побольше. Хотя нет, здесь, наверное, да, бар построим, а вот здесь спортзал. Так вот будет, наверное, неплохо. А то вон какие они недовольные ходят. Телевизором, понимаешь, не нравится. Бар подавай. Ничего, спортом будете все заниматься. Так, вот это вроде очень хорошо, что у нас прет строительство деталей. Иначе у меня тут бы все полетело. Так, солнечную панель я хочу помощнее. Вот эту уберу и построю помощнее солнечную панель. Покруче. Так, здесь самые большие ветряки стоят. Это положительно. Так, что далее? Почему-то не хотят работать. И где мой самолет, хотел сказать? Космический корабль с колонистами. Что-то не хочет лететь. Вроде у колонии рейтинг хороший. Статус всем нравится. А вот престиж не совсем хороший. Поэтому не очень, да, стремятся сюда люди попасть. Так, что остановился-то? Вроде нормальное состояние еще. Так, ну-ка глянем нашего роботика. Да, еще работать и работать ему. Есть, прилетели. Колонисты. Так, кого нам привезли? И сколько? Рабочие, отлично. 2 человека. Давайте закажем себе еще несколько. Рабочих 8 стало. Био. Так. Биология. Инженеры. Надо инженеров увеличить. Почему-то у меня всего лишь один. Один инженер. Помер, что ли? Наверное, когда метеоритом его пришибло где-нибудь. И один инженер бегает и все строить, восстанавливает точно здесь не успевает. Хорошо. Я думаю, как раз сейчас все и пойдет. Кто тут болеет? А, все, понял. Инженер, скорее всего, от солнечного удара скончался. Ладно. Работа прет. Железо прет. Еще бы биопластик рос. Очень хорошо было бы у нас. Мы же опять запланили все. Жратвой. Построить или не построить? Вот в чем вопрос.
Ну и где пластик-то? Уже там целых три. А он все сюда никто и не тащит. Видно? Так, что не спим, народ, спать. Так, вроде бы мест всем пока хватает. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. 9 умножаем на 2, итого 18. Так, всего людей у меня на базе 16. Надо бы кислорода улучшить, да? Здесь немножечко. А то начнем скоро задыхаться. Сейчас прилетят инженеры и построим улучшение какое-нибудь кислородное. Вот сюда засунем. Берем медицинский отсек. И, наверное, я его перенесу куда-нибудь вот сюда. Да. Будет замечательно. Вот здесь. Хотя, блин, тут надо увеличить для начала завод. Потом уже ставить медотсек. Блин, даже не знаю. Сюда его, что ли, загнать? Можно сюда загнать. Временный, маленький такой же медотсек. Потом все будем увеличивать и расширять. Так, инженерчики. Один. Ну ладно. Будет один. Отключаем здесь электричество. И смотрим. Так. Вот куда весь пластик уходит. Вот он. Где? Так, ну что, разбираем медотсек. Так, нет. Сперва кровати. А потом сам медотсек разберем. Так, отлично. Вот так. Построим сюда улучшенную версию воздуха воспроизводителя, генератора, точнее, воздушного. Так, ставим вот так ровненько, вот прям вот так вот, я думаю, будет клёво. Может даже, ну-ка, вот так соединим, вот так. И даже нет, не хочет по центру соединяться. Но было бы прикольно. Сейчас построим это. И вот сюда, наверное, медотсек воткнем пока мест временный. Такой же временный. Хотя можно даже здесь и расширенную версию медотсека. Или вот сюда его поставить. Посмотрим, влезет или нет. Так. Ну, отлично, входит. Сейчас достроят. Подождем товарищи, когда закончат, и можно будет еще людей приглашать сюда, потому что смотрите, здесь совсем работа не ведется. Это очень плохо. Еда, так сказать, стынет. Так, листики растут, и вот это я, мне совсем не нравится. Что с биологами? Померли они там, что ли? 5 штук, целых 5 человек. Надо еще, значит, пригласить товарищей. Еду опять продать придется. Вот. О, наконец-то. Сейчас будет здесь строительство идти. Мне очень необходимо парочку носильщиков. Так, ну что, будем что-нибудь делать, нет? Здесь еще один. Один штука нужен. А тут его и нету, да? Железо есть, жратва есть. А пластика нет. Еще один сюда. Быстро, я сказал, еще один пластик. Чтобы я медотсек смог. Вот он идет. Прекрасно. Может, ты поставишь? Йоу, че ты? Ты же строитель. И не захотел строить, строитель. Ладно, сейчас выйдет какой-нибудь господин. О,
Нифига я в какой попадос-то попал. Электроэнергия-то уходит. Так, строим. Конечно же, строим. Вот так. То все плохо, я смотрю. Отлично. Заработал. Так, что это у нас? Наверное, разберем сейчас. Ночью, скорее всего, разберем. Пусть пока заправляются наши баки. Два. Сюда один. И давай, есть. Инженер какой-нибудь придет. Так, ты что там? Жрать хочешь? Иди. Вот он, инженер. Робот. Давай, давай. А эту? Дебил. Не захотел робот восстанавливать нам баночку с энергией. Вот гад. Отсюда их тоже придется переносить. Поскольку, чтобы далеко мои инженеры восстанавливать не бегали. Поскольку вот эти не рушатся, не ломаются. Кроме прямого попадания метеорита. Так, все, поперло. Отлично. Вот эти, значит, разбираем. Так, забираем, забираем. По-шустрому. И я еще одну панельку поставлю. Только большую. А не которая здесь была мелочь. Так, забирай, молодец. А, солнечная панель. Вот такая вот большая будет. Соединяем. Соединяем. Железа много, это хорошо. Железо наконец-то стало полностью набирать обороты. Так. И, ну, где? Так, красавец, еще две. Так, и пластик прет. Значит, можно спокойно медосек построить. И не жаловаться. Прям большой построю. Вот так. Более-менее. Все, построили солнечную большую панель. Как раз солнце сейчас выйдет. И мы все... Ух ты, блин, чуть не попал. Наши Power Container Collector зарядим. Они и так, в принципе, заряжены. Неплохо. С энергией все хорошо. Так, ну что? Достраиваем, достраиваем. Не стесняемся. Так, железа-то мне хватит. Надо бы еще где-нибудь здесь выход, да, построить. Наверное, прямо вот сюда сделаем. Выход. А то они все обходят, выбегают. Хоть так будет более-менее четко выходить. По прямой, так сказать. Это неудобно. Выход здесь и вон там сверху. Здесь построят и будет все просто супер. Так, один. И давай, давай. Так, еще сюда одну пластиковую хрень надо. И здесь еще по одной. Замечательно. Пластика у нас очень мало, как вы видите, всего один, и этих шесть. Слабое производство идет, зато много еды. Я вот что думаю, эту еду убрать, правильно, помидоры лишние, пожалуй, уберем, вот эти, да, убирайте. И поставим туда рис, который помогает увеличивать. Так, где он? Вот этот. Количество полимеров. А то нам очень сильно не хватает биопластика. Ну что, здесь как раз строительство начнется, и здесь еще один нужен. Давайте, товарищ, не стесняемся, работаем. Эх, все вроде пока начало налаживаться. Тут у нас что? А у нас здесь АТАС. Необходимо звать торговца.
Так, вызываем трейдера. Колонистов отключаем. Отлично, построили. Парочку кровати необходимо загнать. Думаю, трех пока будет достаточно. Так. Ну, вот сюда еще один биопластик, и все будет супер. А то у нас все плохо. Они бегают как-то по округе. Вокруг не очень хорошо. Ну и тут что-то не достраивают. Вот, блин, валенки-то. Тут что, 15% всего лишь строительство робота. А здесь 98 забитости гаража, склада. Нам бы здесь огромный склад построить, было бы просто замечательно. Так, это что? Ага, это новые растения можно будет садить. Но думаю, мне пока он не нужен. Вот боты. Боты — это дело хорошее. Оружие — дело хорошее. Давайте ботов. Пока. 384. И вот этот полимер заберем. Так. Еда. Вперед. 472 мне необходимо. 50%, блин, комиссия, вообще офигеть можно. Так, так, много. Стоп, стоп, стоп. Перебор. И бабла сюда мы подкинем. Вот так. Все. 95 за двух роботов. И небольшое количество полимеров. Тоже будет неплохо. Почему-то они хотят здесь строить. Совсем обленились. Здесь не достраивают. Вот гады. Ну ладно, главное, чтобы сейчас они загрузили этот трейдер, торговца. Освободили место на складе. И вообще замечательно все получится. Я так думаю. Торговля. Торговля прет. А то еды очень много. Одевать ее некуда. Вот. И у меня поэтому такие тормоза. Еще и ветер поднялся. Ну, ветер не так страшен. Жизни немножко убираются у наших людей. Но не так опасно. Как будь это там солнечная буря, например. Вот. Так что они так или иначе восстановятся. Так, ну куда ты, блин? Сюда бы отнес. Ладно, пусть. Пусть будет кровать. Так, все, вот этим уже нужен мед. Давайте-ка сделаем так. Вот так вот, нефиг ходить пока. Подождем. Все, можно выпускать. Давайте обратно. 41. Товар. Необходимо загрузить. Ну что ж, друзья, всем опять же спасибо за внимание. Подписывайтесь, ставьте лайк. Пока.